Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Rage. В последней серии я уже не помню, что делал, потому что играл, наверное, не 7 назад точно. Короче говоря, до того, как я уехал в деревню, отдохнул всласть. Вообще не помню, что мне надо делать, но, судя по всему, конец уже очень близко. Пока давал свой аккаунт знакомому, незнакомому, вернее, племяннику, чтобы он мне маленько выигрывал гонок, давайте посмотрим. Так, сколько у меня денег вообще? Давай, ну. Чем могу помочь? Обвес мы запчастями, не тупи. Посмотри сам, не спеши. Так, наша новая машина. Купим на нее тяжелую броню. Да, у нас 120 денежек, это он, видимо, подзаработал. Так, ну и качественную шиповку. Все хорошо. Что дальше? Что у нас там было по заданиям? Времени в игре, кстати, уже проведено 11 часов. Я бы не сказал, что она такая короткая. Очень многие говорят, что игра короткая. Это не так. Так, что за награда Брика? Понятно. Так, цена власти. Найти на севере электростанцию. Одно из двух. Ну, понятно. Короче говоря, выходим отсюда и идем на север. Что у нас по патронам? Нам нужны патроны. Или нам не нужны патроны. Кстати, надо всякий мусор продать сегодня будет. Или не надо. Даже не знаю. Так, что у нас по патронам? По патронам у нас тут нормально, тут не особо, тут печально. Тут зато хорошо, тут хорошо. Да нормально. Любите скорость, умеете ездить? Тогда испытайте удачу на нашем скоростном треке. Сейчас посмотрим, что за электростанция на севере. Добрый день. Идем в гараж. Как тут управление, я уже забыл. Меня, кстати, очень многие спрашивают, смотрите, да, какая машина стала. Очень многие спрашивают, типа, чё ты на машине не пользуешься ракетами? Сейчас будем разбираться, я, честно говоря, даже не помню, как их использовать. Я вообще не помню управление, если уж на то пошло. Сейчас будем смотреть. Да ладно. Ух ты, какой бронированный, а? Да он у тебя в хобот. Пока что у нас всего все равно хватает. Подожди, куда ехать-то? Блин, машин тут, конечно, надо сказать, довольно-таки серьезно уже пошли. Ой, не то. Ой, забыл. Ладно, придется с вами повоевать. Не вижу иного выхода. Да, блин, что-то меня на куски разбирает просто. Разучился, обалдеть. Давай. Так, нет, ну серьезно, а как ракетами ты пользуешься? Это же не машины, это грузовики какие-то. Это у них, похоже, самый модный парень, да? Что ты какой, а? Фу, наконец-то. Вот это душные ребята, надо сказать. Уф, ладно. Машину все мне покоцали. Машина, как видите, у меня козырная. Так, что я, толстячки? Толстячки пока не надо. Да и матрешки тоже, ну ладно. Так, давайте заходим, посмотрим, что у нас, да как тут. Надеемся, по одну серию вместится. Может, нет. Уборщик, что ли? Внимание, братва! Вчера, по
после «Убей мутанта». Я заметил, что на складе не хватает роботов-стражей. Поэтому инженеры по стражам сверхурочно займутся тем, что они не доделали. И в наказание выполнят план на следующую неделю за то же время. Кому-то влетит. Смотри-ка, кто здесь? Никого здесь нет. Опять от Редстоуна. Кстати говоря, у нас на сборку варфоломеюшек хватает, нет? Так, улучшенная турель, динамитные стрелы, робот-страж. Ну ладно, сначала разберемся с этим. Что мне тут делать, это, конечно, интересный вопрос. Видимо, вот так. Сейчас просто, если я роботов выпущу, то, скорее всего... Добрый день. Скорее всего, они просто перегорят. Так, ну и что тут делать? Давайте попробуем пробежать. Я думаю, жизни покоцает, но не убьет. Ой-ой-ой, нет. Понятно. Тут как невидимая стена, значит. Так, что же делать, как же быть? Так. Блин, да я не знаю, может мне провод отстрелить как-то. А, точно, смотри, провод. Ты чё живучий такой? Сейчас играл в батлу третью. После неё как непривычно, что все враги настолько живучи. Но, надо сказать, рейдж не меркнет даже на фоне такого отличного проекта, как это батла. Играется именно в плане стрельбы, он очень хорошо. Стрелять интересно. Мне, по крайней мере. В избежание сразу всяких недоразумений, что сейчас мне начнут доказывать, что типа нет, вот мне не интересно. Мне интересно. То, что кому-то не интересно, это как бы. Ну ладно. Если я сейчас уйду, то меня Редстоун убьет, братень, так что не судьба. Придется тебе погибнуть. Ты пересек черту, назад пути нет. Понятно. Так, мне хана, мне хана. Да нахера энергетические-то зарядились, вашу ж мать. Ой, блин, ой-ой-ой, вот я пыль. Совсем отучился от местного управления. Ой-ой-ой, тут еще один, что ли? Вай-вай-вай-вай. Да ты-то, блин, откуда взялся? Фу. Надо сказать, это было довольно-таки напряжно. Давайте-ка сохранимся. Тут надо почаще сохраняться, тем более, раз такие пошли жестокие перестрелки. Да что ж такое, блин? Пора Варфоломеюшку звать. А лучше сразу двух. Только у меня на двоих не хватит, по-моему. Хватит. Так, и теперь ату его, фас! Порвите его в клочья. Жаль, что больше двух выпустить нельзя.
Молодцы, ребята. Умеете, могете. Так, одного, конечно, уже хорошо так раскоцали. Вроде бы улучшенная, толку особого нет. Да блин, как я тут отвык уже от всего. Роботам нашим, к сожалению, хана. Недолго они продержались. Тебя вообще коцает? Нет, я не пойму. Вроде как коцает, это хорошо. Так, давайте перезарядимся. Отлично. Сохранимся и двигаемся дальше. Ныкаться больно-то некуда. Готов? Хорошо. Один, что ли, был? Ну, давай, давай. Отлично. Да хватит материться уже по рации. Понял, не дурак. Ой, уйди, уйди. Тоже серьезно. Смотри, живой еще. Ой, ничего, сейчас, братья, сейчас все будет. Да ни в какую вообще. Так. Давай. Он там вроде живой еще. Хорошо. Хорошо получилось. Толстячки, конечно, тащат, только их мало очень. Это печально. Так, ну что, давайте сходим наверх. Опасно. Что у тебя есть? Ничего особенного. Так, это что? Да, блин. Так, короче говоря, что-то вы меня уже заколебали. Тихо. Что происходит, что я натворил?
Так, пора валить, пора валить. Пишите письма мелким почерком. Пока. Да харе, ну как вы меня попадаете? Высоко поднимаемся на тебя, тихо. Редстоун нашел кого послать. Ты что, совсем тупой? Поднимайся и режь кабель! Блин, ребят, нет, не надо. Ясно, за что Редстоун тебя ценит. Скоро ты умрешь. Отлично. Ну наконец-то хоть в одной игре высмеяли. Что за херня? Что с ним делать? Что там происходит? Пули больше не действуют. У Редстоуна могло быть еще с десяток. Ловушки к бою. Ловушки плохо. Хоть в одной игре, я во всех играх думаю, почему они тупо не могут закрыть лифт и уронить его. Хоть в одной игре наконец это сделаю. Так. Мне больше калаш пригодится. Один свободен. Взять их. Давайте, братюнечки. Наушники. Это хорошо. О, как вас покоцали-то, ребятушки. Эй, да выпустите вы меня. Ты посмотри, иди сюда. Ой, все у вас хорошо, только вот тупые как пробки. Хорошо, что ты не дохнешь. Вот живучий, вашу мать. Это не наш, что ли? Блин! Валим, валим, валим. Ну, наконец. Ты смотришь, что живой, что ли? Фу, это было сложно. Поломал моих роботов, скотина. Так, давайте соберем лут. Уф, пора заканчивать с этими машиноголовами. Что-то они мне не нравятся. Хорошо. Давайте дромедонтов лучше соберем парочку. Да блин, ухары. Так, создать. Один только можем создать. Ну ладно, один так один. Не, вставай. Да что ж, что-то с ними тут нереальное какое-то. В них рожок высаживаешь, они еще живые. Это же охренеть просто. Это мне не нравится. И вроде раньше такого бреда особо-то не было. То есть понятно, когда солдат правительства, закованный весь в броню, там как-то это броней оправдано.
все, как же все. Отлично. Я их слышу. Или это я не их слышал? Ну, хоть как-то. А, пусть Дармидон пока работает. Что-то, блин, довольно-таки сложно пошло, надо сказать. Как бы там ни было. Сохранимся. Потому что если нас еще раз убьют, то, скорее всего, мы уже не оживем. Что ж вы не успокоитесь-то? Да кто у меня опять шарашит? Ну что ж такое? Помер наконец. Отлично. Кое-как, кое-как. Ну, у тебя из чего голова сделанная? Сколько раз уже в нее попал? Дебилы. Так, ну чё? Блин, жалко мне эти патроны. Что за звуки? Отлично. Декапитатор. Да вы гоните. Нет. Да, блин, а. Что-то у нас проблема, похоже. Чё ж твой баллон-то не сгорать? Ах, блин. Жесть какая-то пошла. Не надо нам гранаты, не надо. Сука, пули непробиваемые, да что ж с вами такое? Странно, что ты умер. Я думал, ты еще жив останешься после такой очереди. Что у нас тут есть? Ничего там собрать не можем больше. По-моему, всякую ерунду-то. Так, создать. Давайте сразу роботов понасоздаем. Итак, что у нас там еще? Мини-ракеты. Вот это нам пригодится против какого-нибудь мега-босса. Так, хорошо. Начинаем искать. Сука, живой, ты посмотри, а. Ну какую?
Так. Ай, блин, вот тебя еще не хватало. Да сдохни ты уже, ну шо ж ты, какой Борис хрен попадешь, хотя тут скорее хрен убьешь скорее. Давай, ну. Ужас-то какой, ужас. Блин, у вас просто что-то мясо какое-то пошло. Мясо мне не нравится, бессмысленное. Поначалу веселее было. Фас. И все еще живой. Да что ж с вами не так? Ты что, блин, Дункан и Маклауды, что ли? Наконец-то. Я понимаю, когда в зомби там высаживаешь рожок в тушку, он не дохнет. Это ладно, но когда человеку в голову очередь запускаешь, он после нее только дохнет. Это, по-моему, странно. Сохранимся. Сохраняться надо почаще. Че, Лафломишка? Покоцали тебя, да? При смерти. Ну ничего. Он должен быть где-то здесь. Я ищу его. Ищи меня. Варфоломей. Из тебя меня сейчас убьют. Давайте. Вашу ж мать, сколько вас там, ёлки-палки. Так, вот хламеем хана, похоже. Так. Чем бы тебя? Смотри, еще живой, да? Да что ж с тобой не так-то, а? Да не те патроны. Ой. То ли лыжи не едут, то ли чё. Ну чё ты, да бляха, ты ещё живой, что ли? Как бы там ни было, чё-то вы у меня проблемы сегодня доставляете. Да ещё, что ли, ну... Ещё идёт. Какой. Это совсем не интересно, я бы сказал. Что-то игра портится на глазах прям. Да еще что? Да что ж с вами такое? Да бляха. Опять ты смотри.
Да что с вами? Давайте сохранимся. Похоже, уже финальный аккорд в этой дебильной миссии. Заебёшься. Простите за мат. По-другому не скажешь. Так, ладно. Чё, всё кажется? Трех выстрелов из дробовика в упор дохнут. Это смешно, по-моему, просто. Раньше вы себе такого не позволяли. Эй, слушай, энергия подается, но за этим надо следить. Почини этот пульт и помоги нашим выбраться. Угостим гадов их же лекарством. Говно вопрос. Так, мне, значит, сюда? Хорошо. Отлично. Но давайте, ребятушки, давайте. Давай, гори, гори, моя звезда. Ты ж не горишь-то. Так. Отлично. Бошки сдало из плеч. Так, ну все, похоже. Он будет рад таким новостям. Ой, я сам рад. Ну, под конец это было, конечно, довольно-таки смешно. И круто. А вот то, что на протяжении миссии творилось, это, по-моему, какой-то просто бред. Как-то это было все глупо. Слишком уж они какие-то пули непробиваемые были. Мне тут пройти к Редстоуну. Не совсем помню, честно говоря. По-моему, в другую сторону. Нет. Сейчас разберемся. Да, вот он, выход. Фу, ну... Надо сказать, это было прикольно. По крайней мере, под конец. Ну и, в принципе, все. Ладно, я думаю, на этом мы завершим эту серию. А к Редстоуну уже направимся в следующий. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.